Коллеги, очень успешно. Вот знаете, я уже даже не знаю, каждый новый день субъекта федерации все лучше и лучше, эффективнее, интереснее, креативнее. Что же, если все хорошо, то и менять ничего не нужно. Логика понятна. Только касаются ли эти слова Бурятии? 404-е заседание Верхней Палаты Федерального Собрания для нашей республики в первую очередь значимо тем, что на нем полномочия сенатора с себя сложил Арнольд Тулохонов. Председатель Совета поблагодарила уже экс-сенатора за 4 года плодотворной работы, а также предложила академику остаться в Совете в качестве эксперта. Это был очень активный член Совета Федерации, неравнодушный, небезразличный, который всегда реагировал на те или иные острые проблемы, который стоически защищал интересы науки и Академии наук, который очень твердо отстаивал интересы Бурятии, которую он представляет. И этот человек очень принципиальный, настойчивый, и благодаря этому ему многое удавалось решать. Я не успел много сделать. Я надеюсь, что вы будете помогать Российской Академии Наук, которую я представляю. В завершение не хотел бы с вами прощаться. Валентина Ивановна дала согласие о том, что 26 июля на Байкале провести в рамках года экологии международный форум, который так и называется «Байкал – великое озеро великой страны». И если вы приедете, мы еще раз сможем на берегах Байкала обсудить все те проблемы, которые я не успел здесь обсудить, не успел сделать все. До свидания. И до новых встреч. Уважаемый Арнольд Кириллович, я попрошу вас на минутку задержаться. Безусловно, крайне важна ваша инициатива о проведении такой конференции на Байкале. Есть только одна проблема. Я боюсь, что список желающих поехать на эту конференцию, вот все сидящие в зале включатся. Сможете ли вы такое количество принять? Да. И второе у меня к вам просьба, Арнольд Кириллович, я бы очень просила вас дать согласие, чтобы вы остались включились в работу нашего научно-экспертного совета и других комиссий, связанных не только с экологией, наукой. Если вы не возражаете, мы не хотели бы терять ваш опыт, приобретенный в том числе здесь. Так что мы не прощаемся, мы будем продолжать совместно сотрудничать. Спасибо вам большое. Напомним, одной из причин ухода Арнольда Тулохонова с поста сенатора называют заявление Владимира Путина, что академики и члены-корреспонденты РАН не могут занимать должности в органах госвласти, поэтому должны заниматься только наукой. Кресло Тулохонова, по некоторым данным, займет Татьяна Мантатова, депутат Хурала и генеральный директор телеканала «Аригус».